Здравствуйте, друзья мои! С вами Юлия Абермайер. И это видео для тех, кто в школе занимается по учебнику Spotlight и у кого к нему есть рабочая тетрадь Workbook. Открывайте, пожалуйста, страницу 33. Будем выполнять номер 6. Задание такое. What are the Folly Farm rules? Read and write. Какие правила на ферме Фолли? Прочитайте и напишите. Первое нам дано в качестве примера. Close the gates. Закрывайте ворота. You must close the gates. Вы должны закрывать ворота. Данное упражнение мы делаем с использованием глагола must – должен, обязан. Если что-то делать нельзя, мы говорим mustn't. Давайте посмотрим на упражнение. Walk slowly and quietly. Ходите медленно и тихо. You must walk slowly and quietly. Вы должны ходить медленно и тихо или спокойно. Keep your hands away from the animals' mouths. Держите руки подальше от ртов животных. You must keep your hands away from the animals' mouths. Вы должны держать руки подальше от ртов животных. Feed the animals. Кормить животных. Это запрещено. На картинке крестик. You must not feed animals. Вы не должны кормить животных. И последнее. Park your car inside the farm. Паркуйте машину именно на ферме, на территории фермы. You must not park your car inside the farm. Вы не должны парковать машину на территории фермы. Ну вот и все упражнения, друзья мои. Я надеюсь, что вы все поняли и вопросов у вас не осталось. Ну а легко и быстро выучить новые слова вам поможет новое приложение «Английский 4 класс». Скачивайте его на свой телефон или планшет, выбирайте свой учебник, Далее выбирайте юнит, главу или урок и начинайте учить слова. Вы можете заниматься в своем темпе или превратить список слов в видео с прекрасными картинками и четким произношением. А потом можно начинать тестирование. Выбирайте один из пяти тестов разного уровня и сложности и прокачивайте написание слов и аудирование. Ничего лишнего, только то, что есть в вашем учебнике. Сегодня это самый лучший помощник школьнику. Ссылки я вам оставлю в видео и в описании. Учите язык с удовольствием. Вам в этом поможет приложение Английский 4 класс. С вами была Юлия Бермайер. До новых встреч!